Передача! Передачу! Задача! Прямо! Право до конца! Всем привет, друзья! Сегодня у нас очередной выпуск «Будни сервиса». К нам приехала машина Nissan Almera G15. С проблемой, что заглохла машина на ходу. При попытке запуска мы услышали следующее. Запомните этот звук. Это звучит как приговор. После небольшой беседы с клиентом выяснилось, что он совсем забыл про замену ремня ГРМ. 146 тысяч, 14 года машина, ремень ни разу не менялся. Мотор К4М. Покрутим стартер еще раз и посмотрим, вращается ли у нас коленвал. Давай! Но одного звука, конечно, мало. Мы еще можно открыть крышку маслозаливной горловины и посмотреть, вращается ли распредвал. Пытаемся запустить. Хватит. Вот мы, в принципе, показали такой самый простой и быстрый способ определить того, что у вас порвался ремень ГРМ. Коленвал у нас вращается, распредвалы стоят. Долго крутить так нельзя, так как у нас топливо поступает, и оно попадает в камеру сгорания, и затем все-таки в глушитель, может катализатор выйти из строя. Мы запустили буквально пару раз для ролика. Обязательно меняйте ремень ГРМ вовремя. 4 года, 60 тысяч километров. Обязательно ставьте лайки, ну или дизлайки, если вам не понравилось, что мы творим, и подписывайтесь на канал.